Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с нашими гостями, крупный бизнес у нас в кадре. Дмитрий, расскажите, что, какие цели у вас на этой выставке, что вы тут делаете и какие ожидания? Да, спасибо большое. На этой выставке несколько целей. Прежде всего, сегодня я начал с модераторства сессии по цифровой трансформации ритейла. А дальше меня ждет еще выступление в качестве спикера на теме про маркировку и прослеживаемость продукции. Вы модератор деловой программы одной из сессий. Расскажите, про что говорили и что было актуальным в зале, на что обращал внимание зал, что болит у зала? У зала болит прежде всего то, что сейчас цифровая трансформация – это популярная тема, хайп, если хотите, и очень важно осознавать и понимать разницу между той цифровой трансформацией, которая реально требуется бизнесу, и просто популярной темой, которая, в принципе, наверное, повторяет тему 2000 года, блокчейна и прочих популярных тем, которые в последнее время все время на слуху. Очень важно и самое главное, что волновало зал, это то, какие конкретные кейсы эксперты могут предложить рынку в последнее время. Было какое-то яркое выступление, которое особо запомнилось или вызвало больше ажиотажа в зале? Да, больше всего всем понравился видеоролик, который представили наши партнеры, наши коллеги из Европы. Они показали будущее нашего ритейла, о том, каким образом будут совершаться покупки, когда девушка может заказать в онлайне к себе туфли. Это все очень плавно связано с будущими бизнес-процессами внутри магазинов, с тем, как она оценивает потом покупателя, как она оценивает продавца и связь между всеми информационными системами. Я думаю, что вот такие интерактивные выступления, они очень хорошо будут здесь восприняты. Вы уже посмотрели на экспозону. Как вам кажется, у нашего рынка есть будущее, у ритейла рынка? Я уверен, что у рынка ритейла есть очень хорошее будущее. Фактически мы понимаем, что ритейл является основным драйвером, наверное, прогресса в очень большом количестве областей. И мы с вами все здесь, работая и фактически присутствуя, по сути дела, сами являемся покупателями, сами являемся теми клиентами, которые с этой выставки, выйдя, пойдут в новый магазин. Поэтому, конечно, ритейл – это наше будущее, и у него огромные перспективы. Вот такие мнения звучат на неделе российского ритейла. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.